Все, можешь подключаться. Ну, по крайней мере, попробовать. Соединиться. Нажимаю. На чем остановились вчера? Мы пошли домой, чтобы собрать еще какого-то говна, скинуть все, что мы набрали, и вернуться и взять генераторы и открыть тот треугольник, на который надо 150 генераторов. Что-то вроде такого было. Генератор. У нас сейчас мы же. Подожди меня. Да я еще все авто переключилось. Блин. Escape. Си. Вспомнить, как это играть. Да, вроде я все скинула. Или нет. Или чего? Я не помню, что ты все скидывала. Средний склад. Я тогда генератор заберу один. Ага. Забираю. Я туда кукурузу наберу. Так, управление вспомнить надо. Блин, играли? Меньше суток прошло. Я, наверное, здесь трактор припаркую, чтобы можно было. Сейчас зарядим. Все. Так, все, я возле. Ты возле. Да, возле дырки. Генератор у меня есть. Надо несколько. Там два не хватит. У тебя с собой же генератор, да, есть? Нету. Откуда? У тебя там что-то крутится? Два генератора, да, у меня торчит. Все, пошли. Все нормально. Это не крафтится, это какая-то, блин, батарея непонятная. Какая-то. Так, а в какую сторону? Иди за мной. Иду за тобой. Сейчас идет. О, смотри, еще один ящик. Или это тот же? Это нет, другой эхо-тайник. Вот, смотри, газики. Вон он. А у нас почему-то А, я задохнулся, представляешь? не понял. Это как? А у нас все пропало как-то. Почему-то. Ты там жив, мертв? Я мертв, но бегу. Что-то я Ну-ка. не ожидал У вот меня ты это. тут лежишь. А почему ты задохнулся, если На ты. меня облако газа упало. Охренеть. Ладно, окей. Вот эти зеленые пуколки, которые. Окей. Сейчас я свое подберу. Такое себе занятие. А вот эту штуку выкинуть нельзя, интересно? Не знаю. Ну, саму. Я понимаю тебя, но, наверное, нет. Все, ну что, так и будет здесь валяться, что ли? Наверное. Чайник. Бегу к тебе за. Я поставила один генератор. Что второй поставил? С другой стороны. А что все лагает? Что от облака?
По блин, по-моему, это не тот треугольник. Ну да ладно, насрать. Так, один. Вот. Подключила один. Теперь надо второй подключить. Включи второй. Сейчас. Опа. О, ачивку какой-то дали. Ты чего тут? Ага. Оф удержит, просканировать какой-то байт. 400 байтов, короче. Так, выключить. О, еще одна. А, это нет, это обломок. Его можно. Че я с ним делать? Просто какая-то шняга. А, все, генераторы забирать можно? Да, забирай. Их лучше выключать. А, блин, они что, еще и в... Чё? В инвентаре работать могут? Ой-ой-ой-ой. Так, здесь яма, осторожно, не упади. Да, они могут работать в инвентаре, поэтому можем прям в инвентаре его и выключать. Хм. Так, я наверх пошел. Где-то еще мусор обратно. А это что такое? А это еще один треугольник. Тут их, короче, до хрена. Ладно, сейчас еще один вскрою, ладно? Да, вскрывай пока. Я пока мусор на базу потащу. А у меня нет второго генератора, чтобы вскрыть. Ты же забрал один. Ладно, короче, тоже возвращается. Так, где у нас свалка? Вот здесь. Что у нас там по заданию? А не могу платформу, что ли, забрать отсюда? Просто платформа средняя стоит. Клевая. Упаковщик. Открыть, напечатать упаковщик. Как-то... О, смотри, разблокируйте следует пособие Echo Dynamics. Дают предмет, вагонетку и схему вагонетки. Пролетела вагонетка. Просто сваливают все. Что-то какая-то жесткая просадка. У тебя FPS просела? Угу, я прям что-то... Кисель вниз к FPS, но это, конечно, сильно. Так, что можно? Мод ускорения. Напечатать и прикрепить мод ускорения. Для бура и... Ладно, хорошо. Он, у меня, по-моему, оно изучено. У нас модификатор мод ускорения и модификатор сейчас бура изучил. Так, а где мы его можем напечатать? Вот, по-моему, в малом печатается сейчас. Авторука, удлинители. Так, здесь нет. Наверное, из кармана можно напечатать опоры. Так, модификатор ускорения. Нужен цинк. И модификатор. И керамика. О, давай сейчас это сделаю. Я тоже хочу. Возьми керамику одну. Взяла. Вот, в карман положи. И напечатай себе модификатор бура. Ну или давай я напечатаю. Питки. Найду так. Мод ускорения. Не, модификатор дальше будет, бура. А ускорение? Это цинк нужен. Так вот цинк у меня есть. У тебя цинк есть? Так он тут где-то валяется, вон еще есть.
Че, вон цинк валяется, возьми. Печатаю, короче, мод ускорения. Вон валяется в куче цинк. Ага. Давай я тебе найду. Ща, я модификатор бура. А модификатор бура тоже вижу. Ну, печатала. И че он мне с этим модификатором? Он у меня будет в портфеле лежать? Устанавливай на пушку. Ага, на пушку. И место занимает на пушке, да? Так, установил цинк. Где у нас так стекло? Так оно будет место занимать, слышишь? Ну, можешь убрать, если не нужен. Увеличивает скорость деформации. Блять, почему я так быстро подсказки еще за это не успела прочитать? Увеличивает скорость деформации закр на инстер измен рельефа. Переведи. Так, это ускорение. Увеличивает скорость деформации. А, закрепите на инструменте изменение рельефа для активации. Сила бурения. Все, у меня. Что значит сила бурения? А... Типа я за одно нажатие, блин, сделаю яму до ядра земли. А да, я сейчас попробую. Мне такое не надо. Мне тогда не нужны модификации. Да, он, по-моему, сильнее. Да, сильнее, нахер надо. Потом по этим ямам мы просто не сможем ходить. Он еще это. Электроэнергию требует. Да нахер тогда. Сори, но нет. Так, куда бы их сложить? Давай вот здесь, я вот здесь и кину. Где? А может тогда в стойку держатель поставим для модификаторов, всякое такое? Хорошо, у нас там к складке есть средний склад прилетел. Да? Сейчас, да. Давай я поставлю. Вот он. Угу. Это средний, да? Да. Точно. Давай воткнем его сюда. Вот так вот, опа. Да вон в пещеру, воткни вот сюда, вот здесь. Пещера. Блин, удобно, что... Чужой курсор тоже видно. Ну, вот она, дерево еще. Так. Сейчас скину все. Вот это мне не надо. Это мне тоже не надо. Так, сейчас задание выполнилось, надо дальше. Так, напечатать предмет. Центрифуга почвы нам дали, замечательно. Ну-ка. Где нам поставить центрифугу? В Джангу поиграть. Она сейчас упадет! Блин, она все упала. Ну-ка. Оп, я в тебя стекло. Вот это, конечно, минус игры. Так, удлинители надо куда-то. Ты куда сложил удлинители? Удлинители? Uh-huh. А я их и не брал. Ладно, тогда я положу их. Давай я сюда их положу, пусть они вот здесь в куче говна лежат. Вот здесь будут валяться. Вагонетка. А можно я ее вскрою? Давай. Я потом центрифугу вскрою. О, стой. А как в нее сесть? Стой. О. Так, что-то она криво стоит. Или это? А как? Он не садится. А, она поломанная, что ли? А, в смысле поломанная. Да, она поломная. Это утиль, обломки, блин, че ты приносил? Ща я сделаю кресло. Взял, блин, обломки, утиль притащил. Ой, блин. Ладно, давай сделай кресло, я пока в Джангу поиграю.
Центрифуга почвы. Только давай центрифугу мы не тут поставим, не на базе, ладно? Где-нибудь чуть-чуть подальше. Так, что там нужно? Соединение, два соединения нужно. Ща. Где-то там. Возьму. Да, есть. Короче, моя дженга больше не работает. Я тогда такую классную башню поставила. Ты сейчас все поломаешь. Я ничего не делал. Тебя убью, если она упадет. В смысле, даже если ты ее уронишь? Да. Ты мне кресло сделал. Вот трон. Трон печатается, трон. Ладно, сейчас я его сама заберу. А где он печатается? Все, я сейчас тебя поставлю. А ты можешь мне генератор воткнуть туда? Он да. Тоже катается на генераторе. Ща. Ты меня задавила. О, он уже получше, чем трактор управляется. А где я? Где ты кукурузу потеряла? Ты не потеряла, ты... А, ща, стой на месте. Садись. Угу. А, не знаю куда, правда. А почему, блин, здесь двухместной нет тачки? Чего я должна одна здесь сделать? Одно и скучно, и грустно. Ой, блин, еще такие ямы здесь. На, короче, сам покатайся на этой шнеге. Сейчас я до дома довезу. Ой, я хочу с горы скатиться. Ну-ка. Скатиться по наклонным, как кроули. Мака. Да, кстати, прям очень похоже по физике этой сратой. А попробуй сбей меня. Убьешь, наверное, или нет? Ща. Давай. Нет. Нет. У тебя даже экран не краснеет. Ну-ка. А, я за тебя зацепил. Поставь там почвогенератор. Угу. А где? Коробка такая большая стоит. Нет, я имею в виду, где поставить. А, где хочешь. Вот здесь хочу. Только она же должна работать. Ну, как генератор же ей нужен, да? Ну, что-нибудь. Ну, короче, я здесь поставлю. Бух. F, осмотреть. Соединение. Почва. Смола. Органика. Ничего. Сюда вставляешь, смотри, вот эту штуку. Ща, вот эту. Хоп. Все, ага. Почвы зарядил. И теперь можно... Так, куда я дел? Я что-то нажала. И что-то все сделалось. Так, подожди, стой. А что у тебя все время вот это мигает? Да это какая-то запасная батарея. Силовая ячейка. Расходный предмет, увеличивающий макс запас энергии. А, все, я понял. Я ее да? Где-то подобрал, и она у меня тут теперь... Так, а где моя... А, вот она. Все. Почву зарядил. Теперь здесь можно... Сейчас, посмотреть. Здесь можно кварц, графит, аммоний сделать, соединение. И что смолу сделать, и что из них будет? Ну, давай я притащу кварц. Сейчас, погодь. Не-не-не-не-не-не-не, подожди, ты не поняла.
мы можем сделать из земли вот эти штуки. Да. А как ты землю туда засунул? Я просто... У меня же этот есть. Я поняла, который бабачок. Ты на этой, на пушке, да? Да. Ясно. То есть надо еще сделать, короче, еще одну, чтобы одна была в этой шняге, а две... А что мы сюда поставим? Давай поближе, пусть она... Ну ладно, поставь поближе. Я качок. Куда ты поставила? Типа, я думала, она просто будет вырыть почву. Ты что, на голову ее поставила? Не, она перерабатывает. Есть какой-нибудь... Я хочу эту... Руку сделать. Нам нужно... Нам нужен этот... Там что-то еще, но мы можем получить как раз его из почвы, по-моему. Да? Да, сейчас. Я вспомню. А где он делался? В малом принтере? Сид план хода. Трактор, прицеп, малый контейнер, фонарь. Вот, мне нужна медь. Сделай мне, пожалуйста, медь. Она и для руки нужна. Сейчас. Да господи, поставь ты уже куда-нибудь ее. А где? Платформа. А у нее электроэнергии не нужно, что ли, или нужно на платформу ставить? Ну, скорее всего, на платформу, я не знаю. Наверное, ей нужна электроэнергия. Это логично. Сейчас. А на среднюю можно поставить ее, интересно? Центрифуга почвы, камера для исследования, платформа. Платформа заказов. Что она делает? Я хочу сделать платформу заказов. Экзо. Керамика и две смолы. Сейчас пойду делать. Вагонетка, большой принтер. А где ты руку нашел? Где? Она в маленьком принтере была. Я не нашла в маленьком руку. Ща. Авторука. Все, графит и алюминий нужен. Смола. Алюминий вот есть. Нужен графит. Ща, а из земли можно сделать графит? Да, можно сделать. Да блять. Так, нужен электронный... Большую платформу нужен. Большая платформа делается из... большая платформа... Б. Из трех смол. Смол. Смол! Блин. Ща. Я сделаю. Нет, я... А, делай. Я хочу. Ну, убери эту кукурузу самую. Все, делай. А что ты сейчас хотел сделать? Ну вот, большую платформу, чтобы поставить. Так я небольшую платформу хочу сделать. Ну давай сначала большую сделаем, потому что нужно... Я хочу сделать... Центрифугу нужно сначала заказ. Блять, а я не могу воткнуть эту шнягу. Ща, дай быстренько... Я не могу керамику воткнуть. Ща, быстренько центрифугу. Эй, отдай мою кукурузу, блять! Я тебе отдам. Это ты мою забрала, кстати. У меня три было. У меня вообще-то было две, я одну поставила. Ага, а сколько у тебя сейчас три штуки на тебе висит, я вижу. От меня ничего не скроешь. А почему я не могу туда керамику повесить, если мне надо в этом принтере сделать то, что я хочу? А нужно сначала схему выбрать. То есть на F нажимаешь и выбираешь схему. И только потом уже... А, я поняла, все. То есть из-за того, что там надо было три кукурузы, я не могла воткнуть, да, керамику. Да, просто я, да, прости, подбежал и поменял. Мне нужен джетпак. Джетпак потом будет. Вчера такой, игра, как там... Исследовать надо, все такое, блин, Ксюша уже, блин, 3 часа играем, все, мне нужен джетпак. Да блин, тут без него вообще грунт. Я немножко это, флору почищу. Флора, микрофлора, кишечника. Сделаю гладкое поле. Конечно, можно поставить, чтобы было красиво. Так. Ого, что ты сделала? Я выровняла. Ладно. Просто флора нужна для энергии. Ну, я думаю, здесь на красоту вообще наплевать. Это не Вальхейм. Слушай, а ты не помнишь, как в Вальхейме
деревья возобновлять. По-моему, их там сажать нужно было. Сажать? А что именно там сажается? Или они... там семена сажаются. А, вот слушай, кстати, я не помню. Да, семена, я помню, у меня все ящики с семенами забиты. Забери, пожалуйста, свою платформу отсюда. Ща. Удобно? Прикольно, что можно там быть. Почему он не печатает? Чего? А, нажми эту кнопку зеленую. Такс. Сделай вот так. О, прокатило. Смотри, смотри, смотри. Тут трепуга пошла. Нам нужен какой-то один большой генератор, потому что все работает от вот этой маленькой базы, которая не может. Да, я уже вижу красненькое. Еле-еле печатает. А ты можешь свою центрифугу пока выключить? Выключу я пока. А как это сделать? Сейчас, давай я генератор просто поставлю. Вот здесь вот не заюзанный. И запитаем. Почему мой персонаж постоянно на тебя смотрит? Или куда он смотрит, не понимаю. О, танки грязи не боятся. Что это значит? Не знаю. Персонаж смотрит туда, куда ты камеру направляешь. Так а чё танки-то? Не знаю, вон направляю назад, и он не очень хочет туда смотреть. А в смысле танки? Откуда у нас тут достижение? Не знаю. Так, платформа заказов, отлично. Так, есть графит. Я печатаю руку. Это за херня. Короче, что-то я бесполезное построила. Рука. Графит? А вот у тебя рука. Есть медь для руки? Ну, была. Откуда ты взял медь? Там не медь, а алюминий нужен был. А куда руку денем? Ну, ты ее распакуй и давай придумай. Это что, мини-платформа, что ли? А, вот удлинитель. Генератором нужно. Удлинитель это... Соединить. Пусть здесь генераторная будет где-нибудь вот... Вот тут, чтобы нам проще было приходить и накидывать кукурузу. Чуть не очень похоже на руку. Наверное, ей нужна платформа. Нет, она, видишь, с какими-то кружочками. Вот, смотри, вот, попробуй поставь. А, ну типа вот, смотри. Сейчас я ее поверну. Кружочек это... Откуда брать, куда класть, наверное. А какой из них кружочек, что именно сейчас, означает? Подожди. Пока непонятно, сейчас соединю. Так, Ксюш, у нас проблема. Какая? Нечего изучать, пойду принесу. Нечего изучать? Проблема.
современных людей. Ага. Кстати, разные материалы, он с разной скоростью бурит. Да? Да. Вот здесь есть снег, который одним нажатием он делает огромную яму. А есть камни, которые надо 3 часа нажимать, чтобы он хоть какую-то ямку сделал. Короче, зеленое это откуда брать. Угу. А синее это... Куда класть? Да. Блин, короче, он все начал собирать, все, что в круге в чужом лежит. И куда он? Ща. Блин, и мне положил. Карман? Да, но я в круг вошел в этот. Так, ща. Ну-ка, будет работать. О, я нашла малую солнечную панель. А, работает прикольно. Короче, можно скидывать, он будет заправлять. А, ну я... А, то есть можно прям просто не склад, а... Угу, сейчас попробую, знаешь, что сделать? Ямку. Он из ямы будет вытягивать? Да, вытягивает. Вот сюда кидай, вот, видишь яму? Ага. Блять, он ее склад. Не-не, он будет ее держать. Но пока... нет, он на... Вот смотри, он сюда складывает. Вот подойди на мое место, отдали камеру. Видишь, куда он складывает? Смотри, ну, внимательно за рукой. Ну да, все правильно. Ну, там свободное место. Зачем? Там свободная ячейка просто. Ну и ладно. Нам все равно только пока один генератор нужен. Ладно. Это интересно, он. Что там дальше нужно по этому? По кому? По заданию. Я не знаю, читай сам, потому что здесь настолько все сокращенно и тупо. Я не знаю. Не понимаю. Че? Блин, настройки. А, шла. Что такое, что искала? Да. Все. Мне надо, ну, нужно было на R поставить опоры, потому что на Т что-то далеко. Так, ладно, задание. Так, предмет расширенной платформы нам дали за большую руку. Дальше, набор для перемещения. Открыть и напечатать упаковщик. О, за него шреддер дадут. Шреддер нужен, чтобы этот утиль делать. Упаковщик у нас находится... Ага. Открываю упаковщик. Там один графит нужен. Угу. Графит делается у нас в земле.
что, земля закончилась, да? Ладно. Делаю один графит. А мне вот интересно, оно... Ладно, если надо напечатать, можно включить дополнительные генераторы. Ага, все в одну систему соединено через наше убежище. Надо еще электроэнергию. Это не мусорная яма, это, знаешь, кукурузная компостная яма. Это яма. Компостная кость. Яма с кукурузой. Чего ты там роешь? Да я хочу выкопать какую-нибудь пещеру. Теперь я поняла, зачем улучшайзеры для пушки. Потому что быстрее камень рыть. Здесь есть, который хер пророешь. Mm-hmm. Ой, мне кажется, или это какая-то магма? Так, есть энергия. Короче, пойду возьму инструменты для рытья. Что? Что? Он, короче, берет и эту органику изучает. Успел. Какую органику изучает? А что не так? Он типа кукурузу изучает, что ли? Да. Че, серьезно? Серьезно. Надо подальше поставить тогда. Может, тогда просто поставим, ну, повернем ее и поставим какой-нибудь обычный маленький генератор, который подключим ко всему.
чтобы он, ну, да, я думаю, вот здесь, допустим, вот здесь поставить и подключить генератор. Сейчас. Вот здесь, например, поставлю. Сейчас. Блин. Сейчас я, короче, сделаю генератор на. Давай, я пока пойду покопаюсь там. Блин, эти кислородные палки-то. А где брать? Ох чё? Ты, смотри на небо, там так планета летит быстро. Блин, красиво. Треугольные звезды. Кайф. У нас есть чего? Соединение в это вот. А, вот оно одно осталось. А у нас кислородные палки-то еще есть? У меня есть, если что, тебе могу дать. Ага. Окей, ладно. А, вспомнила, что я хотела. Можно я воспользуюсь центрифугой? Я просто посмотрю, как это работает. Туда, значит, почву засовываешь, да? Баллон с почвой. Да. И выбираешь, что хочешь центрифужить. Баллон с почвой. Оп. Окей. Вот это что за говно. Это графит. Ясно. F. Аммоний, соединение, смола, органика, глина, кварц, графит. А, окей. Где ты нашел медь? Ты мне сказал, что она медь делает. Я не говорил. А как ты сделал лапу без меди? Там не медь, там алюминий нужна была. Алюминий у нас просто был. Бля, а почему самое простое, фонарь, блядь, я не могу сделать? Конечно, выравнивать здесь посложнее. Угу. Ну, в алхимии еще сложнее. Так, ладно, тогда окей. Мы делаем... Сейчас. Значит, ставим вот эту штуку. А, малахит. У нас есть малахит? Из малахита ты очищаешь малахит и получаешь медь. Нет, малахита у нас нету. Почему у нас нихера нету? Ой. Так, ладно. Вот здесь мы поставим генератор. Малахит. Сейчас. Ага, вот он какой. Он звездочкой. Он, короче, выглядит как звездочка. Найдено Сильва горы, Калидор. Вообще, Калидор, блядь. Калидор. Как будто кто-то не выговаривает слово коридор. Ладно. Ну ладно. Отдай мне мою коробку обратно тогда. Шайтанова машина. Пойду бурить, грустно, смотря в темноту. О, уже посильнее, побыстрее бурит камень. Не зря сделали.
почему я ничего не могу найти? Так. Делаем. Вот. Так. А вторую мы покрутим. Поставим один генератор. Так. Мне нужна, наверное, платформа будет. Генератора не стащить. Авторука, глинитель, разветвитель, средняя А. Не, наверное, платформу поставлю, среднюю. Сделаю. Как работает удлинитель ты? Я не знаю. Ладно, сейчас разберемся. Блин, энергии так не хватает, прикольно. Все, короче, все стоит. Ладно, поломали. Так, я думаю, еще одну платформу напечатаю. Что нашла? А, я не знаю, что это такое. Это знаешь, что? Да. Какой-то материал. Я не знаю, что это такое. Ты пока по пещерам ходишь, сейчас я базу обустраиваю. Ха-ха. Ладно, я назад иду, мне нет кислородных палок больше. Сейчас вернусь назад.
Блин, здесь день-то вообще наступает, интересно, что-то. Ну, да. Что вот долго нет. Так. Это что такое? Что-то как-то я тут все пробурила и мимо каких-то прикольных штук прошла. Короче, собираю какое-то зеленое вещество. Сейчас надо, чтобы он, наверное, полностью собрался, чтобы понять, что это такое. Угу. Сейчас я попробую. А, все, я понял, что такое удлинитель. Удлинитель удлиняет. Не, как он работает? Малахит собрала. Прикол. Not bad. Ой, выкопала, блин, наружу дыру. Ладно, а если малахит засунуть в эту штуку перерабатывающую, что будет? Вообще нам нужно соединение, чтобы делать кислородные палки. А, вот это же он, который мне нужен как раз для чего-то там, для меди. Ха-ха. Отлично. What the fuck? Это что такое? Маленькая батарея? Да. Прям оксиджен. Нахуй клюды. Так, а почему у меня вот здесь? Так, 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 стоп. Блин, я хожу, и он мне кукурузу в портфель кидает. А я думаю, чё он... Сейчас разверну, я попутал опять эти. А, что это? Бля, это чё, генератор? Короче, там валяется генератор. Да. Куча с кукурузой. Уже не валяется. Так, чё-то я сейчас сделал не то. Сфалерит. Ого. А, у нас есть сфалерит. Блин, нам нужно соединение, чтобы палки делать кислород. Это делается вот так. А зачем вот эти стрелки нужны? Какие? Вот, которые я ставлю. Не знаю, может что-то показывать. Блю-блю-блю-блю. Сейчас, подожди, я что-то, по-моему, начал понимать, как электричество работает, где вход, где выход. Стрелочки показывают. Все, я сижу туплю, да не могу понять. Вот это получается выход. А это вход. Платформа это так работать медь. Не может. Я получила медь. Наконец-то я сделаю себе фонарь. Тебе сделать фонарь? Не, пока не. Ладно, делаю себе фонарь. Угу. Кайф. Сейчас, мне нужен тройник сделать. Так, что это за расширенная платформа, предмет для строительства базы. Какая-то странная платформа. С расширенной рамой для авторук. Ну-ка, посмотрим, что это такое.
пока непонятно, что такое. Ладно, потом разберемся, кто здесь на свалке валяется. Так, это удлинители. Так, сейчас я с этой разберусь. Это выход платформы, это вход. Значит, мне, наверное, нужно сделать оп, тройник. Ща. Как он там делается, из чего точнее? Принтер, блок выравнивания. Свет поверхность, выравниваемую с пиксельной решеткой. О, хорошо. Потом сделаем. Малый генератор, солнечная панель, ветротурбина, малая батарея. А, он делается в этом, у себя. Удлинитель. Сейчас, подожди, где находится? Здесь есть этот сенсор батареи. Что это значит? Это означает, что можно генераторы выключать, когда батарея полная, как в этом в Оксиджене, помнишь? Сейчас я здесь... Дорвался. Сейчас мы немного... У меня только переключатель, разветвитель. Ничего, что я тут это копаю? Не, ничего. А медь? У нас медь есть? Медь? Да, там есть три штучки меди. Посмотри, одна висит... Короче, вылезла, а вторая еще перерабатывается. Ну, должна перерабатываться после того, как заберешь вылезшую. Я принесла. Так, где у нас? В маленьком принтере, по-моему, делать, да? Вот, графит и медь. Ага, графит вот и есть, вижу. Медь. Угу, взял медь. Так. Давай печатай. Сейчас мы пока без электричества сидим, потому что я тут... Можно мне... Чё? Я возьму тачку и поеду, найду эти соединения сраные, потому что мне не хватает палок кислородных. Давай я тебе еще палки отдам свои, все равно на базе стою, мне ячейку занимаю. На базе кинь там, я сейчас возвращаюсь. Угу, возле батареи будут лежать.